Well done. Oh crap! It's that horrible moon thing again! Quick, find a recharge station. You should be able to see their locations on the map.
Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phazerblast or Montegolf. However, it can only be used once. Great. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. А у меня не был микрофон включен все это время. Нет. Ну или был. Короче, ребят, всем привет. Все, что вы до этого видели, это у меня, походу, то ли не был включен микрофон, то ли еще что-то. Если он был включен, тогда все вообще зашибись. Но просто если вы вдруг меня не слышали, то сори, я не хотел. Ого. Блин, как тут красиво. Тут можно ныкаться, это мы помним. Блин, ляпота. Я думаю, сюда мне пока что не надо, да? Или надо?
Куда я иду? Help me, вон там тусит. Фредди, беги сюда. Давай, работай. Почему Фредди за мной не ходит сам? Я куда-то пришел, я куда-то иду. А куда я иду? А зачем я иду? Ну ладно, мы идем, как бы. Ёпта, охранники. Так, ладно, Фредди. Поехали. Let's eat. А, стоп, я тут был уже. Нет? Куда я иду? Зачем я иду? Толчки, мать его! Нет места для десерта. Да, я знаю. Сейчас я вернусь и вылезу. Мне, походу, сюда не надо идти. Я так подразумеваю. Подозреваю даже, а не подразумеваю. Ладно. Фредди, я ливаю с тебя. Удачи. Ну, пошли, побегаем тогда на своих двоих, потому что Фредди нам больше не нужен. Он, как обычно, бесполезен. Потому что у него теперь батарейку еще и сперли. Нам нужно... Нет, не та кнопка. Нам нужно узнать... Нет, используй билет на вечеринку, чтобы найти фаст-камеру на территории Гольфа Монти. Так я и так попал на Гольф Монти, разве нет? Это же Гольф Монти. Я что, не прав? Куда я, по-вашему, попал, если это не Гольф Монти? Как я обожаю, когда игра даже не рассказывает маршрут. А, по сути, сюда можно было зайти еще и через вот эту. А, это... А, я тут был. Рокси, пацан... Рокси, завали, я тебя даже не вижу, поэтому. Угу, а Фредди тут. Главное, не упускать Фредди из взора. Из поля видения. Так, ну, я понял, куда мне надо идти. Ты типа принимаешь билеты, да? Ну, давай. Вас в Гольф Монти Гаттер, аттракцион, где вас ждет что-то там. Фредди! Фредди, заходи в лифт. Найди комнату охраны. Фаст-камеры often confiscated here, mainly because they are only sold in Monte Golf. It is a very clever marketing plan. А ну подожди. Ну, Фредди, ты же понимаешь, что ты поедешь со мной? Вы думали, я вас не переиграю? Я вас переиграл. Я забрал с собой Фредди. Ты, конечно, бесполезен, у тебя заряда нет. Да. Теперь у меня Фредди есть. Это меня куда везут, как обычно? На этаж 01. И на первый, да, сейчас приедем? Или в подвал, блин, как обычно. К детям, блин. Смотри, какие у него глаза наркоманские. Я шепнул. Ёб твою мать. Тихо. Что это за звуки? Это Монти. Что это, Монти? А, это башка рычит. Боже мой, я же обосрался. Так, давай мы сохранимся. Блин, мне бы найти, где... Что-то... Место, где можно еще раз зарядить. Так, дальнейший... Да, позакрывало пиздаки, блядь. Батя работает. Так. Да не ори так громко, задолбал. Фредди, пиздуй сюда. А я могу? Окей. А который сейчас? Сколько? 17-15. А, так пошли, я тебя уже покормлю. Так. Ёбаный насос. Так, ребят.
У нас есть камера тут, да? Правильно понимаю? Да, у нас есть камера. Ага, камера смотрит как обычно. Хер пойми, какое место. Ага. Заебись. Мне бы, конечно, с Фредди это все проходить, но у меня нет Фредди, к сожалению. Я лошара. Мне Фредди разряжен. Бля, как я так должен вылезти сейчас? Ну заебись. Он причем сначала был починенный, а потом сломался. Заебись. Надо... Нет, ребят, нам нужно по фулу с заряженным Фредди. Это как же делать? По-другому реально никак. Только с по фулу заряженным Фредди. Придется сейчас возвращаться долго. Искать зарядку для него. Что тоже не быстро. А ближайшая зарядка аж там. А до нее еще дойти надо. Потому что... Ну, или можно пробовать без заряженного Фредди. Но это будет очень сложно. Потому что того чела, наверное, не обойти. Хотя можно пробовать пойти через низ, тоже как вариант. В принципе. Но хоть слышно? Да, мне слышно, заебись. Так. Давай быстрее. Пошли вниз, пойдем. Посмотрим, что у нас тут. Алло. Ага. Фредди? Давай пишу сюда. Все, мы сейчас заодно еще и вверх чекнем. Заебись, все получилось. Ты что, охуел? Ты чё, блядь? Вообще нахуй. Алло, Фредди. Ёбаный насос. А ну, Фредди, нет, давай нормально попробуем. Потому что что-то до этого было какое-то говно. Давай еще раз. Мы... Заходим. Или нет, блядь. Блядь, нет, подожди, это какой-то реально пиздец. Почему я не могу зарядить Фредди? Та хуйня типа не работает или еще, блядь? Иди сюда, Фредди, еще раз. Я так просто, блядь, не сдамся. Иди сюда. Ты сейчас, блядь, серьезно? Да завалите его и не орите, блядь, ебучий крокодильчик. Ты нахуй сейчас серьезно? Ну ладно, окей. Давайте пробуем через верх тогда. Раз у нас так много энергии. Просто по-другому никак. Пошли. Может, тут что-то будет? Ну, вообще здесь, да. Я просто больше не знаю, куда еще можно пойти. Заряд. Да ёбаный рот, Артур, заебал. Серьезно, блядь. Сколько можно мне писать? The security office is nearby. You might want to look around the office and see if there is a way to stop Monty from hunting you. Подожди, стой. Серьезно, я просто за рандоми пошел. Но я пошел правильно. Ладно, Фредди. Ты стоишь здесь. Gregory, they know you are here.
Get the security upgrade and get out. Фредди, иди ко мне. Да, очень интересно. Все очень интересно, а чё? А что мне угрожает? По сути, а что мне угрожает? Меня даже Фрид, по-моему, убить теперь не может. Пожалуйста, ну зарядись. Он не может. Это я вернулся в начало, да? Да, я обошел полностью круг, получается. Ну это зашибись, очень интересно, очень захватывающе. А можно мне, пожалуйста, что-то более, чем одна вот эта херня? Нет? Да, нет. Ну, какой-то бар есть, типа. Пойдем в него зайдем. По-моему, я в него и заходил, если честно. Да, я в него и заходил. Вот это самый пропуск охраны. А кто мне, меня, собственно, пытается убить? Никто же, нет? Я могу сюда зайти. Ага, мне хоть сюда и надо было. Кстати, заметьте, Фредди больше не разряжается, то есть... Мы сделали что-то новенькое. Так, это... Ага. Окей, давайте сохранимся. Вы понимаете, что меня хотят попросить сделать? Хотят, чтобы я... мимо этого ебучего охранника... Что-то сделал, короче. Чтобы... Ну, короче, вы поняли. Вот этот охранник, да? Ну, давайте попробуем. Я ж не успел, да? Ладно, насрать. Похер! Теперь тут еще и Монти стоит. Заебись, помогло. Окей, у меня есть прям тайминга прям ровно. Да? Вот я прям сразу беру. Быстрее. Улучшение аккумулятора, ты сейчас серьезно? Залезь! О. Улучшение аккумулятора фонарики. Самая необходимая вещь, которая могла просто, сука, быть там. Улучшение для фонарика. Я думал, там будет типа фаст-камеры что-то, но там даже не фаст-камера, поэтому... Нахер мне это все надо, вопрос. Никто не знает, опять же. Давай напишу тебе на... Чё это? СОС. Нет, не СОС. САС. У меня тебе весь палец. Вся рука в пыли теперь. Ну кайф. Короче, нам нужно что-то сделать, что-то... Там ничего нету нужного нам. Зачем она была... Нужна была комната охраны? Чтобы взять пропуск. А нахер нам пропуск? Мы вообще хотим взять фаст-бластер какой-то, да? Или что мы там хотим, блядь? Как что не с по заданиям? Мы спать билет на вечеринку, чтобы попасть на территорию фаст-бластер. Так я попал уже, нет? Найти фаст-камеру. А где я найду вам эту, блядь, ебучую фаст-камеру? Я-то не ебу, где ее можно найти? Ага, нет, сюда нам точно не надо. Ну, окей, этот подарок на бесполезен вообще не... Вообще бесполезен. Пошли попробуем найти что-то, если мы пойдем туда, что мы найдем?
Мы найдем толчки. Внимание. Требуется доступ. Мы найдем еще один толчок. Один. Бля, я вернулся опять же туда, откуда пришел. Ну, сука. Тут все бесполезно нам. Тут тоже. Мы ходим кругами, по-моему. Да, походу мы ходим кругами. Так, нам нужно найти фаст-камеру. Где может лежать, сука, фаст-камера? Вот здесь вот может лежать фаст-камера, да? Я ж правильно понимаю? Давай ливнем. Ага. Так, наше что-то будет. Маска трагедии. Заебись, полезная штука, я, конечно, хочу вам сказать, ребят. Да хватит рычать, сбесите уже, боже мой, в голову. Очень полезная маска печали. Нахер мне маска печали? Ну, слушай, я не знаю, куда нам идти. То есть я... Все, я больше не ебу, куда нам идти. То есть, из всех возможных вариантов я, по-моему, испробовал все, что только мы могли использовать. Да, это я пришел в начало. Нам нужно что-то... нет, это мы пришли. Тут, по идее, может быть, фаст-камера, нет? Разве нет? Используй билетную вечеринку, чтобы найти на территории гольфа Монти. Ну вот, это прям даже выглядит как магазин какой-то. По-моему, это даже он и есть. Но тут нет ничего. Ладно, пошли обойдем по верхнему этажу. Может, мы не все обошли? Вроде, конечно, мы все обошли, но если нет, то давайте попробуем еще раз. Заряд почему-то у Фредди все еще не... Ой, не качается. Поэтому, по идее, мы в полной безопасности. Пока что. А, ну вот оно и закончилось, да? Тут нифига. И Моти, кстати, тоже нигде нет. Тут у нас подарок. Ну я опять же не знаю, зачем мне это, все эти подарки и вся эта говно нужна, если я не очень карт. Ну зашибись, у меня есть машина. Давайте мы еще немного походим, если я ничего не найду, пойдем чекнем на YouTube, на YouTube прохождение, потому что, ну я больше вообще не буду куда идти. Может, конечно, надо вернуться, но я хз. Ладно, мы ходим кругами, чекаем, что делали на ютубе. Так, ребят. Я, как обычно, гений с 300 IQ. Как вы думаете? Вариант А. Я просто что-то там не туда пошел. Вариант Б. Я пошел по варианту, который не надо. Вариант В. Что-то пропустил. Вариант Г. Что-то другое. Правильный вариант. Вот тут лежит эта камера. Я ее просто не заметил и ушел. Как я обожаю себя. Просто я лучше. What's this? Looks like an old camera. That. Так, нажать... Ага. Если бы даже не приятно, используйте... Один... О, я могу переключаться. Is a fast cam. If you are in trouble, use the camera flash to stun the other animatronics. Keep in mind that it will not work on Monty due to his sunglasses. Вспышка не работает на Монти. А, Фредди, меня наебали, я не могу переключаться. Yes! Я не умею переключаться ничем. Я факин гений. Факин, да. Гольф Монти, используй... Так я же сделал. Вот, да. Используй дверь ночных, чтобы попасть в территорию фастбластера. Ну, по идее, я могу возвращаться, нет? Очень, конечно, интересно, как мне использовать вспышку, если не могу даже, если я даже не могу ее включить, но как бы. Ладно. Бывает, наверное. Давайте зарядим фонарик. Можно было там, кстати, по развилке пойти и взять не фаст-камеру, а лазер.
бластер. Как по мне, бластер, наверное, даже был бы покруче, чем камера. Но мы, как обычно, идем по самому гениальному маршруту. Очень страшно. Поэтому мы взяли камеру. Ну, потому что я пошел на камеру. Пойти взять другое мы не можем, потому что у нас уже больше нет билетов. Мы можем попытаться. Это как бы никто не запрещал. Давайте даже попробуем. Давайте сохранимся, потому что... Да, хорошо. Давайте вот так сохранимся. Ну что, ну что, ну... Да. Заходим. И поехали. Вроде как мы сделали все, что должны были. А я не могу переключить ничего. У меня хоть вновь в инвентарь зачиталось, что у меня оно хотя бы есть. Да, у меня есть вас камера. Все, все хорошо. Я сейчас боюсь, что Фредди отлагает и будет пытаться меня убить. Это было бы не очень приятно. Вспышка не работает на Монти. Но это печально, что вспышка не работает на Монти. Потому что Монти, по идее, топовый. Ну, точнее, потому что толк-то от вспышки. Прикол сейчас вспышки в том, что она, блин, просто, если меня окружили, помогает мне. Так она бесполезна. Что, где мы там по карте? Пошли, Фредик. Менять я все еще местами ничего не могу. Чего теперь по заданиям? Что такое эксплуатация? Эксплуатация это горка, это я знаю. Ну как мне, блин, орудовать камерой, если я даже не могу ее включить? Давайте мы все-таки попробуем получить фастбластер. Мне просто интересно. Сможем ли мы вообще хотя бы это сделать? Сейчас я посмотрю, где он, и мы попробуем этим заняться. Пойдем, ребят. Вот он, фастбласт. Тут еще Рокси где-то ходит, кстати. Это надо бы быть поосторожней, но... Поебать? Вот оно. Давайте во Фреддика зайдем на всякий случай. Давай. Только не убивай меня, пожалуйста, сразу, окей, Фредди? Мы же друзья. Теперь. Снова пофиксил свой обоссанный этот. Заряд-разряд. Вот он, Сбербласт, по идее. Ну почему там Фазербласт? Ну ладно. Вот он, да. Мне больше приглянулся Монти, поэтому я увидел сначала Монти. Красиво. Давайте попробуем опять сломать игру и дать второй раз. Билет. Ну, все-таки нужен билет. Все-таки не получится обмануть систему. А вот, блин, вспышку обмануть тоже не получится, потому что я не могу ничего сделать. Мне сейчас надо что сделать? К выходу типа пойти или что? Что мне надо делать? Что у меня по квестам сейчас? А? Что у меня по квестам? Так, ладно, ребят. Я так понимаю, раз нам какие новые задачи не дали, мы зря ушли из гольфа, раз нам ничего нового не дали. Потому что должно быть сказано, типа, дуй туда, дуй сюда. Но... Ой, да что за жопу? Я думаю, нам нужно что-то другое сделать, может, там еще что-то есть, то, что я не нашел. Ну, не то, что я не нашел, то, что я, блин, не увидел. Может, опять же, в комнате охран. Я не удивлюсь, если так и будет, на самом-то деле. Я реально не буду даже удивлен. Ни капельки, вот реально. Я буду полностью... Просто вот полностью, да. Хотя, на самом деле, наверное, уверен, что мы что-то пропустили, потому что, реально, не могут же просто не сказать, куда идти.
Меня очень бесит, что у меня камера не работает. Где моя камера, блин? Женя Чики. Привет, Грегор, это я, Фредди. По нам сообщениям ничего у нас. По камерам тоже, по карте тоже ничего, очень-очень. Использовать билет на вечеринку, чтобы попасть на фастблаз. Это мы закрываем так же, как... кого? Бюро находок, да? А, нет, призовой уголок. Вот, да, призовой уголок мы тоже закрываем, потому что... он тоже нам сейчас нафиг не нужен. Слава богу, нельзя хотя бы заново пойти и получить что-то, потому что только один билет дали. А то было прикольно, если можно получить что-то взять. Ну, пошли, наверное, сразу в комнату охраны. Там, по идее, весь махач происходит, если можно так выразиться. Пойдем посмотрим, что я там мог забыть. И забыл ли я там вообще хоть что-то. Куда мне идти сейчас? Сюда, да? Нет, не сюда. Я тут не нужен никому. Мне очень нравится, что Монти вообще пофиг, что Фредди ходит по его локации, то есть, ну ок. Вообще, Монти, кстати, так просто не ходит, то есть, это только если меня ловят, он спавнится. А так его на карте вообще нет. Он даже ничего не говорит. Ну, сок, вот это все прикольно. Сделано, блин. Давайте еще, наверное... Не знаю, давайте попробуем. Почитаем уже по Фреддике. Так, давай, что тут нового пишут. Вспышка запрещена, вновь сфотографироваться, вспышка запрещена, конфискована аппаратура, находится в комнате, охрана таксона, гольфа, Монти. А, ну, да, это надо было... Здорово. Бу! Такие милые эти вот штуки. Я не знаю, как их называть. Просто штуки. В общем, было бы прикольно посмотреть от F5 на самом-то деле, как я выгляжу. Но, к сожалению, этого не дано. Да, Риль, тут что-то лежит. Это не подарки, конечно. Но, может, что-то еще будет. Второй подарок. Так. Точно я ничего тут не забыл. Я могу... Ага! Как я и думал, я что-то забыл. Летонировочный. Зачем? За лабиринтом. Я прежде не могу установить причины лязгающей зубы в системе кондиционирования. Это же пятый выпуск на этой неделе. Получится добраться до этого дурацкого венткала с комнаты гладиатор. То я смогу разобрать на мост и на трассону. Мои сотрудники лабиринта знают, как туда можно попасть. Это мы закрываем. Ага, исследовать. Ну, короче, мусорологию можно отключать. Исследовать вентиляцию на территории лабиринта. Артём, одевайся и иди на танцы. Опа. Фредди начал разряжаться, это плохо. Он потерял 1% своего заряда, это плохо. Только не сейчас, Фредди. Подожди немножко, потерпи еще. Поэкономим себя немножко. Сейчас мы дойдем. И сможешь отрубаться сколько захочешь. Но пока что не отрубайся, пожалуйста. Понятно, мы должны пойти в лабиринт. А он, собственно, где? Тренд лабиринта. Может, это имеется в виду этот? В детском саду же, помните, тоже был типа как лабиринт такой. Ну, это не совсем лабиринт был, но там было такое, как... такой домик с препятствием. Но это типа как лабиринт, наверное, нет? Кого? Да, я получил вспышку, которую я не могу использовать. Потому что я плох, походу. Игра не хочет, чтобы я мог использовать вспышку. Ну, вот так вот. Но я не могу ее использовать. Она у меня есть в инвентаре, вот я тебе даже могу доказать. Вот эту фаст-камеру. Но я не могу ее вязать просто потому что. Я сейчас
Не, он почему-то перестал терять заряд. Ну вот так он перестал. Я не знаю, почему он перестал терять заряд. Ну как бы да. Интересно, куда сейчас час? Никто не знает, который сейчас час. 3:30 у нас, да, было? Потому что он бессмертный теперь. Фредди стал бессмертным. Стал огромным красным Хагивайи. Так, ладно. Ну, давай быстрее уже. Быстрее! Я говорю, ну, ты быстрее, и чтобы лифт быстрее был. Тёхти, ты опаздываешь уже. Так, Мэйзи Лабиринт. Тут лабиринт, Rockstar Row, прайзы какие-то. Если мы хотим попасть в детдом, то бишь детский сад, то нам нужно найти лифт. Он был где-то на втором этаже. Ну, неважно. А вон луна, может, нам туда? Может и нет. Ладно, я хз, короче, куда нам? Нет! Фак. Обратно. Чё ты вылез? Что, Игуль, ты гулять хочешь? Тебе еще рано. А что такое? Ну ты вылез, что? Так, тут баты эти есть. Это не лабиринт? Йора Сигнухир. А, это Out of Order. Туда нельзя пройти. Да, если детсад, то это надо вниз идти. Только. Может, 45 минут снимаем? Да. Да. Поэтому сейчас дойдем до детсада, детдома и будем заканчивать. Очень, конечно, быстро все у нас эта серия. Мы за нее почти ничего нового не успели сделать. Но все же да. Давай мы во Фредика залезем. Я же здесь он сейчас не начнет резко терять заряд, потому что мы на другом этаже. Карте мы на первом этаже сейчас будем, по идее. Смотри, как они гениально считаются. Первым этаж. Этаж 01, этаж 02. Этаж P1. P1, это подвал, если что, сокращенно. Этаж в первом этаже. Так, ну нам только сюда. Вот это daycare, пикап. Ну, если мы хотим... Ну, сейчас, ну, я уверен, резко начнет терять свою. Но я тут не вижу лабиринт. Давайте, я надеюсь, ты сможешь тут зарядиться сейчас? Он не может заряжаться у меня теперь вообще. Он просто не может у меня заряжаться. АТМ. Ну, смотри, я подхожу к этой зарядке. Зачем? Зачем, а главное, почему? А, могу. Все, сейчас мы его походу починим, и баги уйдут. Все, мы его чинили, баги ушли. 14, ну я надеюсь, потому что... Вот, 14-15, значит мы все делаем правильно. А батарея, интересно. Я думаю, да. Не знаю даже, хорошо я сделал или нет. Что починил его. И пуль, что? Тёшка уходит на танцы, что? Он скоро вернется. Ну пойдем. Не, это не тебе, Тех, это я себе. Ну пойдем. Так, мы можем тут пройти. Тут у нас вот, ну это похоже на лабиринт, правильно? Че это? Это мать моя, что такое еще? Мать моя женщина. Вот этот пиздец. Ладно, окей, допустим. Внизу есть какие-то еще врата, если что. В этих комнатах я не знаю, что в них можно искать. Ну, можно поискать, наверное, подарочки, но... А с другой стороны, опять же, нахрен это надо. Точнее, не подарочки, а сообщения всякие. Да, Фредди начал разряжаться. Вот черт возьми. Я их случайно. А у нас тут нет зарядки для Фредди. Класс. Что, мне пешком теперь гонять? Да ну нет, ты не можешь так поступить со мной, игра. Это толчки опять.
Ёб твою налево. Ну все, пиздец, мы остались без Фредика, потому что. А у них неплохой саундтрек. Тут боты эти, блин. Почему он сверху спускается? Опа, подарок. Старый постер. Пока, тёшка, пока, удачи. Там не лабиринт сейчас, нет? Нет, там нужен какой-то большой уровень допуска, если правильно помню. Нам туда явно не надо. Фастбар какой-то, тикеты. Вот это был пиздец. Сейчас. Нам, возможно, туда. Ну чё, Фредди, прорвемся как думаешь? Давайте попробуем, ребят. Я просто другого не вижу, как можно. Ну, можно без Фреддика, конечно, но... Давайте, быстро. Текстура. Ой-ой-ой. Вливаем. Я туда вообще иду, нет? Наверное, туда. Куда я вообще пришел? Комедии какие-то. Рассказываю тут. Ну, интересно, наверное, должно быть мне. Но мне поебать. Челы, которые. Ты лабиринт? А, подожди, я мог здесь пройти. У меня же достаточный уровень допуска. Отвлечение. А чье? Ладно, не важно. Я возьму. Куда я попал? Главное, зачем? Журнал. Игра автомат BB World работает с сбоями. Очень все это, конечно. Интересно. А, нет, все хорошо. Не надо паники. Ведь мы не в Титанике. А ему некого просто звать сейчас. А-а-а, не надо, дядя. Там Фредди встал. Что ж, ладно, ребят, на этом мы сегодня закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а с вами был я. Спасибо, пока.